детская железная дорога. Для маленьких развлечений. Поезд приехал и поехал дальше. А здесь воссоздан кусочек маленькой Америки. Вот эти открытые кинотеатры, где люди на машинах приезжают и смотрят фильмы. Фермерские поля, а вот здесь поезд. С какими-то грузами. Union Pacific. А тут рядышком ферма, трактор, пасутся коровы, спортивный автомобиль, а вот другой поезд едет. Идем дальше. Небольшая дорога, железнодорожный переезд, а тут вон трактор, укладывают новые рельсы, а здесь заправочная станция, люди заправляют машину, моют стекла, подкачивают шины, меняют масло, туннель, тут только что выехал поезд, а вот еще один туннель. Небольшой поселочек, дорогая машинка, домики типично американские, кто-то здесь живет, даже кладбище есть, еще одна машинка, церковь, идем дальше, еще один поезд готов к отправлению, домики, а рядышком железнодорожный терминал. Еще один поезд спешит, везет какие-то грузы. Кто-то живет в этом домике. Кто-то спешит на работу, кто-то возвращается с покупками. Вот там тетя вышла. Наверное, собирается к подружкам. А эта дамочка собирается в клуб. А здесь пожарная часть. Пожарные надрали до блеска свои машины. А вот булочная. Кинотеатр. Отель. Почта. Банк. Магазин хозтоваров. И даже бар есть. Откуда вышли два молодых человека. Идем дальше. Автосервис. А это склад. Кто-то приехал, привез какие-то вещи, разгружается. А он какой-то мужик напился и играет на гитаре. Опять хайвей. А тут депо. Настоящее паровозное. Куча-куча паровозов. И вот опять едет поезд. Идем дальше, к паровозному депо. Самое, наверное, интересное. Здесь размещается скала, на которой два медведя что-то делят. С одной стороны поезд въезжает в туннель.
а с другой выезжает. А вот пассажиры такого же поезда Union Pacific, да, нас приглашают в Атьонду. Пойдем. Вот такой же точно поезд, который мы только смотрели. Мы осмотрим внутри. Кстати, пока мы не прошли, вот на такой машине развозили грузы до поезда. Пассажиры сдавали их на станции, их кидали назад. Итак, мы идем на посадку Канхастер Клаб. Пульмановский. Итак, мы в настоящем вагоне пульмановском. Этот запах, этот запах. Классно. Да? Слушай, какой поезд шикарный, а? Ты говоришь. Ты посмотри только, мягкие сидушки, прямо диваны, обивочка. Супер-пупер. Пупер, да. Ткань. Светильнички. Что наверху, что внизу, отделка в модерне. Круто, круто, да? Вот иди есть. Да, Максим, глянь на меня, так полубоком. Вот люди ездили, а? Да, скажи, классный вагончик. Давайте присядем. Я хочу почувствовать себя в поезде. О! Ну, хорошо. Куда поедем? Ну, куда едем? В Чикаго. В Чикаго мы с Зиной в один голос. Ну, в Чикаго планируем ехать. Едем в Чикаго. Вы едете в Чикаго, хорошо, отлично. Ты едешь куда? В Сан-Франциско. Мы едем в Чикаго, а потом в другую сторону Сан-Франциско. Я на Сан-Франциско. Сначала в одну сторону едем, а потом в другую. Я, наверное, поеду в Сан-Франциско, потом в Нью-Йорк. Мы тоже в Нью-Йорк хотим. А что там в Нью-Йорке забыли? Что мы там забыли? Мы там погуляем по 5-й авеню. Да. Пойдем очень красиво. Пойдем в очень хорошие удочки. Пойдем в красивый музей на 5-й авеню. Погуляем по парку. Потом сядем на электричку и поедем к евреям на Брайтон-Бич. Там погуляем по пляжу, пошаримся по русским магазинчикам, наберем красной икры по 6 долларов. Будем веселы. Наберем черной икры. Будем это кушать. Пойдем на пельменную, найдемся пельменей, заедим украинским борщом, запьем русским супом. Но программа обширнейшая. Обширнейшая, да. А потом мы едем в Сан-Франциско кататься на трамвайчике. О, кстати, это хорошо. Я там слышал, там трамвайчик такой ходит, очень прикольный хороший. Прикольный трамвайчик, да. Ручной управляется, за веревочку дергается. И главное, что все на нем едут, обвешивается, как виноград, знаешь, со всех сторон. И так он едет, как это, как я рассказывала. Летит, как бешеный, рогулями обвешанный. Так вот трамвай в Сан-Франциско. А ты что будешь делать? Ну, после вашей программы я уже, мне даже слов нечего сказать. Я бы единственное, что, может быть, на Empire State Building поднялся и плюнул бы вниз. Он пойдет в Сан-Франциско, в китайский квартал, накушается своих любимых китайских тараканов. Потом его будет все время тошнить. Я пиво выпью. И кентаки виски. Утопит их там, в этом самом. Виски. Мы еще с вами должны пойти в Тек.